Дети исследуют культуру, а взрослые создают для этого благоприятную среду. Четвертая ежегодная международная конференция школьников «Рериховские чтения» открылась с небольшого концерта классической музыки. Она проходила в помещении центра музея ООН Ангарского Рериховского общества. Дети со всех уголков Приангария, а также из Ханты-Мансийска и Уфы, представили свои научные проекты. В некоторых изучали снег, происхождение улиц и знакомились с различными стилями в искусстве. О воспитании, о каких-то вещах, об развитии, о природе, об истории, об своих улицах поселка. Они будут делать эксперименты, показывать, они будут рассказывать о своей исследовательской работе. Девизом конференции стали слова Николая Рериха «Там, где культура, там и мир». Ведь главной задачей конференции стало воспитание в ребенке благородной личности, вовлечение в научную деятельность, что поможет школьнику реализоваться в жизни.